Всем привет, друзья, с вами Жека. Значит, вы, наверное, уже в курсе, Вася, что в Киеве запретили продавать алкоголь с 11 вечера до 10 утра, Вася. Прикиньте, целых 12 часов, Вася. Каждый день, Вася. И так всю жизнь. Виталий Владимирович, вы же нас смысла жизни лишаете. Я понимаю, там, не убей, не укради, Вася. Но не продавай бухла после 11, это, конечно, уже слишком. Нет. Что интересно, Вася, запрет о продаже алкоголя, это даже, Вася, не закон, а рекомендация, Вася. Виталий Владимирович рекомендует не продавать алкоголь после 11, Вася. А тем, кто все-таки это делает, Вася, рекомендует не попадаться ему на глаза, Вася. Ну, допустим, я продавец ночного алкоголя, Вася. Значит, продавать мне его нельзя. Но можно же на что-то поменять. На какую-то нужную вещь, Вася. Например, на деньги. Вот. Виталий Владимирович, вы вот этим законом, Вася, вгоняете киевлян в стрессовое состояние, Вася. Ну, нельзя ж так резко, Вася. Вон, несколько лет назад при Черновецком чуть наркотики не легализовали, Вася. Так вы теперь алкоголь отменяете, Вася. Это что вас побудило это сделать, интересно? Вот это то же самое, что вам запретить ездить после 11 на велосипеде, Вася. Вы же все равно будете ездить, Вася. За гаражами, Вася, на трехколесных. Но пару раз прокатите же. Вообще говорят, что такая инициатива улучшит, Вася, имидж города, Вася. Я не понимаю, как километровая очередь с половины 11 до 11 может улучшить имидж города. Вообще, знаете, создается такое впечатление, что в мэрии кто-то завязалось, и чтобы не было соблазна, вот создал этот закон. Я вот, значит, что думаю, Вася. Обычно такие дела происходят, Вася, после жесткого перебуха. Поэтому будем надеяться, что он до пятницы отлежится, Вася, и к выходным отменит, Вася, этот запрет. С вами был Жека. Живите четко, Вася, и не косячьте. Но это с 10 утра до 11 вечера. А все остальное время можете спать. Все равно делать нефиг. Пока.